О май гад! О май гад! Ух ты, светлая какуля! А они на меня не нападут? Ай! Ку-ку! Вот он я! Раз! Ой! Два! Ой! Три! Ай! Я Нубик, голова Кубик. Всем привет! Я тут хожу-брожу, что-нибудь ищу. Ой-ой, что это? Мамочки, что это? Если честно, это похоже на какулю. На очень-очень большую какулю. Нубик, привет! Ты уже мой сюрприз нашел? Какой-то очень странный сюрприз, Костя. Это что, какуля? Или, может, кокушонок? Нубик, конечно же, нет! А тогда что? Это такой новый прикол. Это испорченная шоколадка. А внутри вот такие чудики. Ой! О май гад! О май гад! Ну чё это? Костя, это что за уродики такие? Они прям фу-фу-фу. Это испорченные продукты. Прикол такой. Это, наверное, пропавший пончик. Ух ты! Это непонятно что. Какой-то пакет. Или еще что-то. Ага. Еще вот коробочки. Ой-ой. Три штучки. И огроменский набор. Ух ты! Ого себе! Здоровенный! Какие-то они все противные тут. Конечно, противные, Нубик. Они же испорченные продукты. Костя, а тут что будет? В каждой коробочке будет по два монстрика. Ой-ой, что-то мне страшно. А они на меня не нападут? Нубик, конечно же нет. Давай вот с этого начнем. Давай. Открываем. Тут такой же пропавший батончик. Вот это да. Еще какуля. Давай скорее ее открывать, Кость. Давай. Вот раз. Привет. И вот два. Привет. Они совсем не страшные. Они прикольные. Да, прикольные. Это пропавшее яйцо. А это пропавшая вафля. Забавная. Крутые тюбрики. Обязательно ставь лайк, если тоже нравится. Давай теперь посмотрим, кто тут. Давай. Еще одна шоколадка. Открываем. Кто там? Кто там? Вот смотри, Нубик. Ух ты, вот это круть. Этот похож на печеньку. А второй не пойми кто. Как думаете, кто он? Напишите в комментах. Открываем третий. Что там? Что там? Тут батончик другого цвета. Смотри. Ух ты, светлая какуля. Скорее открываю, Костя. Вот раз. Ой. Вот два. Ой. Прикольные такие. Кто это? Мне кажется, это пропавший сыр. Крутые тюбрики. Это моя армия пропавших продуктов, а я генерал Нубик. Круто, да? Нубик, давай теперь набор посмотрим. Интересно, что там? Хорошо. Ой-ой-ой, что-то огромное. Это что ли домик для наших тюбриков? Ну почти, Нубик. Вот здесь их можно хранить. Вот я уже поставил четверых. Это круто, Костя. А что еще? Еще в наборе два коктейля. Конечно, тоже испорченные. Прикольные, смешные. Смотри, Нубик. Смотрю. Тут главная фишка набора. Ставим чубрика. Ой. И теперь подброс. Не получилось. Ого себе, круто улетел. Он упал вот сюда. Теперь берем стаканчик. Ставим сюда. Нажимаем. Ого. Вот он наш коктейль. Это супер круто, давай еще раз. Давай. Самое сложное – попасть в стакан. Мимо. Попытка номер два. Почти попал. Будем считать, что попали. Ставим новый стакан. Испорченный коктейль готов. Вот это круть. Нубик, давай тебя попробуем подкинуть. Я не знать, а это не опасно. Думаю, нет. Все будет нормуль. Ну, давай попробуем. Ой. Давай запрыгивай. Ой-ой. Ну что, готов? Я пока не знать.
А поставьте мне лайк за храбрость. Ну, ну чё ты? Ну не жадничай, ну поставь. Спасибо. Раз. Ой. Два. Ой. Три. Мимо, еще раз. Хватит. Ой. Опять мимо. Попытка номер три. Будешь ставить все попасть? Давай. Тут темно. Ой. Ку-ку, вот он я. Было страшно, но круто. Костя, а посади меня в шкафчик. Давай. Я теперь не просто нубик, я испорченный нубик. А кто не поставит мне лайк, будет кушать вот такие пончики. И вот такие вафельки. Угу. Борька, смотри, что я нашел. Это какая-то супер тачка. Смотри, какая. Красная и крутая. Только она поломака. Видишь, колеса надо починить. Ну что, Муму, я тоже не знаю, как их чинить. Я же нубик. Костя, мы машинку нашли. Помоги починить. Ну, пожалуйста. Привет, нубик, вы мой сюрприз уже нашли. А это что, сюрприз? Да, вот новый наборчик. Ух ты. Ого, здоровенное коробище. Что это такое, Костя? Это лего-полиция. Сегодня будем устраивать гонки. Ура, ура! Гонки это круто. Главное, чтобы не как в прошлый раз. Ой-ой. Валим, валим отсюда. В этот раз будет по-другому. Ты сам будешь полицейским, а Борька будет от тебя убегать. О май гад. О май гад. Это что, мой джип? Правда? Да, нубик, это полицейский джип, ну или грузовик. Костя, он очень-очень классный, я всегда мечтал о таком. Ставь лайк, если тоже нравится джипчик. Он крутой, да? Хочешь в кабине посидеть? Да, да, конечно, давай. Давай, запрыгивай. Ой-ой. Тут удобно будет. Ой-ой, тут очень круто. Я нубик-повелитель джипчика. Костя, а Борька на чем будет гонять? Вот на этой красной. Сейчас мы ее доделаем. Тут просто колеса надо поставить. Круто, круто. Готово. Похож на Хаммер или на Багги. В общем, прикольная. Красивая машинка, но мой джипчик лучше. Костя, а что это тут лежит зелененькое? Это сумка с деньгами. Это же машина воришек. Наверное, украли где-то. Ух ты. Деньга, деньга. Чур моя. Так, Борька, ты воришка, что ли? Ну вот, печалька на меня напала. Убежала моя деньга. Нубик, ну что, гонять будете? Да, да, Костя, будем. Сейчас я вам сделаю прикольную дорогу. Готовы? Да. Поехали. Юху, круто. А теперь на перегонки. Еду, еду. Ничья. Попытка номер два. Ай, ай. Упс. Да, упс. Нубик разбился, по-моему. У меня все нормально. Все нормально, только кольцо отвалилось. Сейчас починим. Да-да, чини меня. Снова погоня. Юху. Затаранил. Теперь посмотрим, кто прочнее. Нубик победил. Гонки-гонки. Я нубик, голова кубик, повелитель джинчика. Ну что, прикольно погоняли? Да, мега круто, давай еще. Как-нибудь еще повторим. Хорошо, скорее бы. Нубик, смотри. Смотрю. Тут еще есть прикольная штучка. Ого себе. Ее надо ставить в джип. Есть. Что это за штуковина? Это такая пушка. Она выбрасывает сетку. Это, наверное, чтобы бандитов ловить. Да, правильно. А давай Борьку поймаем. Давай попробуем. Тяжело попасть. Да, тяжело. Сейчас еще раз попробуем. Опять мимо. Попытка номер три. Будем считать, что попали. Ну что, воришка, попался? Отдавай моя деньга. Быстро отдавай. Смотри, нубик. Тут
Тут еще есть мотоцикл и мотоциклист. Прикольный мотик, мне нравится. Да, неплохой. Еще вот две фигурки. Это полицейский и преступник. Классные фигурки. Но ничего особенного. Ну что, Нубик, какая тебе машина больше всего понравилась? Мне джипчик. И мне тоже. А вам какая больше понравилась? Напишите в комментариях. Борька, вставай. Пошли что-нибудь поделаем. Ну, Борька, ну вставай, ну чё ты? С Борькой неинтересно, он Соня за Соня. И вечно дрыхнет. Смотрите, кто это там? Это же Козьма. Козьма тоже спит. Это его домик. Козьма, привет. Давай играть, а то мне скучно. Ну давай, просыпайся. О, проснулся, ура. Привет, Козьма. Ай-яй, мамочки. Ну ты чего толкаешься? Аккуратнее. Все нормуль, мне не больно. Это Козьма случайно, он не хотел. Ну что, чем займемся? Я тебя совсем не понимаю. Вот ты прикольный. А, ты, наверное, проголодался. Я тебе сейчас твои кубики притащу. Точно, точно, он кушать хочет. Тащу, тащу. Фух, еле дотащил, он тяжеленный. Козьма, вот твой кубик, кушай. Давай, ешь его. Вот, молодец, Козьма. Ого, что это? Смотрите, как круто. А, я понял, ты, наверное, играть хочешь. Давай играть, как в прошлый раз. Покажи, что ты умеешь. Ты балуешься, что ли? Вот это ты классный. Хватай один и ставь на другой. Есть, молодец. И теперь ставь его туда. Круто. Получилось. Супер. Привет, Нубик. Как дела? Привет, Кота. Все супер. Мы с Козьмой играем. А где Борька? Да как всегда, дрыхнет. Понятно. 3D-ручкой будем рисовать? Да, да. Конечно, давай. А что будем делать? Есть какие-нибудь идеи? Давай, может, лицо Крипера сделаем? Хорошо, давай попробуем. Только у меня зеленого цвета нет. Есть красный. Так что у нас будет красный Крипер. Хорошо. Давай, Кота, рисуй, а я буду смотреть. Сначала глаз. Ух ты, черная жижа. Круто. Что дальше? Теперь нос. Ух ты. Теперь второй глаз. У меня пока получается плохо. Я тренируюсь. Нормально, для начала пойдет. Теперь давай рот. Сейчас попробую. Попробуй. Ну, вроде чуть-чуть похоже. Что теперь? Теперь голову надо закрасить. Это уже сложнее. Крутая чудо-ручка, мне нравится. Костя, а ты сможешь меня нарисовать? Не знаю, Нубик. Наверное, нет. Видишь, у меня пока не очень получается. Ну все, Нубик, как-то так получилось. Да, вижу. Это печалька. Я думал, будет красивее. Какая-то каляка-маляка у тебя получилась. Да, Нубик, я пока учусь. Очень тяжело ей рисовать. Жалько. Но чуть-чуть похоже, только криво немножко. Пока у меня только так получается. Это крипер-раскривулька получился. Крипер-раскривулька, крипер-раскривулька. Вообще чудо-палка классная.
но трудная очень. А чего ты лайк нам не ставишь? Ну поставь, ну чё ты? А Козма вам за это стишок расскажет. Козма, давай, жги. Не очень понятно, но все равно круто. Он сказал, я Нубик, голова Кубик. Давай дальше. Руки-крюки, фиолетовые брюки. Ты супер крут, Козма. Бойка, смотри, это Козма. Козма, как дела? Привет. Он спрашивает, а кто это? Это мой друг, Бойка. Бойка, поздоровайся. Вот ты прикольный, смешной ты. Упс. Борька, ты как? Вставай! Козма, это не специально. Нубик, Борька, привет! Привет, Костя! Как дела? Что нового? У меня для вас новый наборчик. Ух ты, ух ты! Сколько тут всего! Вот это круто! Костя, давай скорее все нам показывай. Да, давайте смотреть. Давай, давай. Мне кажется, вам понравится. Не факт. И что это тут? Снежный домик? Да, Нубик, он называется Иглу. Странное какое-то название. Я буду называть его Домик. Хорошо, у него, кстати, можно снять крышу. Ай-яй, Костя, зачем ты домик сломал? Жалко ведь. Да нет, Нубик, так задумано. Можно одевать и снимать. А-а-а, прикольно. Чтобы было удобнее играть. Понятно. Борька, пошли внутри посмотрим. Ух ты, зеленая кроватка. Чур моя будет. Так, Борька, подъем. Так нечестно, это моя. Ну, Борька, харе дрыхнуть, вставай. Смотри, Борька, тут печка и верстак еще есть. Ку-ку, я тут. Нам домик понравился. Маленький, но прикольный. Нубик, тут еще сундук есть. Посмотри. Хорошо. Интересно, что в нем? Что это тут? Там было вот. Алмазный меч. Но он мне совсем не нужен. И еще вот. И вот. Две удочки. Сейчас мы с Борькой на рыбалку пойдем. Ловись, рыбка большая и маленькая. Но лучше все-таки большая. Смотрите, смотрите. Вот это круть. Борька, смотри, какую я рыбину поймал. Борька, ну ты чего? Вот и обжорка. Ее надо было сначала пожарить. Иди теперь лови мне рыбу. Давай, Борька, только аккуратно. Борька, вот ты криворучка. Ну как так можно, а? Хватайся, я тебя достану. Все, Борька спасен. Я супер рыбак. Нубик, давай теперь фигурки смотреть. Да, давай смотреть. Смотри. Смотрю. Это два белых медведя. Наверное, мама и сын. Наверное. Ух ты. Какие классные. Привет, мишки. Крутые мишки, да? Они любят рыбу. Покорми их. Хорошо. На, кушай. Костя, давай дальше. Кто там еще есть? Еще две фигурки. Это Алекс. Ты ее знаешь? Да. А это новая фигурка. Такой у нас еще не было. Ой-ой, страшно. Это кто такой? Чего он рваный весь? Бомжик, что ли? Ну, почти, Нубик. Он бродяга. Он как скелетон, только еще отравляет. Ну и выглядит немножко по-другому. Понятно. А
давай эти лохмотья на Борьку оденем. Мне кажется, будет забавно. Да, давай пробуем. Снимаю. И теперь Борьке оденем. Прости, Борька. Я сейчас починю. Теперь Борька на бомжика похож. Смешной. Ну что, Нубик, как вам наборчик? Супер, Кость, нам очень понравилось. Да, мне тоже. А почему ты лайк нам не ставишь? Тебе что, не понравилось? Мы старались, очень-очень. Ну поставьте уже лайк. Ну чего ты? Ну пожалуйста. Спасибо. Пока-пока. Борька, ну ты чё? Борька, ну ты чё? Борька, ну ты чё? Борька, ну ты чё? Борька, ну ты чё?